Здрасте. Посетители, на территории парка предлагаются услуги прогулки на электромобилях. Обзорная прогулка с экскурсией по всему парку в сопровождении гида, во время которой вам расскажут историю парка и познакомят с его питомцами. Транспортные услуги оказываются только на входе. Имеются индивидуальные прогулки на семью. Также рекомендуем вам посетить колесо обозрения и с высоты птичьего полета увидеть парк и живописные окрестности. Приглашаем вас посетить кафе на территории парка. Белый лев, восточная сказка и другие. Расположение кафе можно посмотреть на нашем путеводителе. Желаем вам интересного, познавательного и приятного отдыха. Хозяин отпустил уже. Да, отлично. Я просто говорю, что лучше. Я очень рад приветствовать вас на нашей прогулке. В этой прогулке я вам расскажу около 20 минут о животных, которые находятся на территории нашего зоопарка. С правой стороны у нас находится сафари площадью 20 гектаров, из 32 гектар самого зоопарка, в котором находятся львы. Львы делятся на прайды, как и во всем мире. В нашем зоопарке 3 прайда. И в каждом прайде есть свой вожак. И есть у нас, получается, вожак всех вожаков, лев по кличке Чука. Ему 18 лет, у него есть свой заместитель, его брат, по кличке Гектор, ему тоже 18 лет. Несмотря на их преклонный возраст, они делят хорошо свой статус королей нашего зоопарка. Он тогда правильно сразу? Да. Он вожак трех праздников. Вожак всех вожаков.
Рыбу тоже. Вот, кто-то лежит, кто-то валяется. А где он находится? Справа стороны я подвезу в конце прогулки вас к мостикам, по которым вы можете прогуляться и увидеть все животных. На самую главную хочется посмотреть. С правой стороны, как вы можете видеть, у нас основывается малый прайд. Это один лев и три львицы. Начинается этот прайд с того, что лев был изгнан из основного прайда, и с ним ушли три львицы сюда. То есть здесь лев по кличке Марсик. Естественно, основывается молодой прайд. Через забор не могут перепрыгнуть? Нет, забор очень высокий, а львы на такую высоту не способны прыгнуть. Они спят в основном по 18-20. 4 часа и 6 часов у них уходит на добычу, обход территорий и это ночью, да, наверное. Да, в основном ночные хищники, они днем спят, ночью охотятся и добывают пищу. А кормят их живой едой? И живой, и какой. Здесь у нас вольер для более диких, буйных львов, тигров. Хулиганы, короче, двойной да. Забор. Вот белый лев, видите? С левой стороны видите львица ближе к нам, которая? Uh-huh. Это самая буйная львица нашего зоопарка по кличке Стерва. Да, можно такая недовольная. Дальше же у нас с правой стороны находятся бурые капуцинчики. Родом они из Центральной и Южной Америки. В основном обитают стаями от 10 до 30 особей. Питаются... Самое любимое лакомство у них это перепелиные яйца. Своего рода хулиганы. За сезон в день можно насчитать у них около 40 пар очков, то есть туристов забирают. С левой стороны у нас бабушкин дворик, контактный зоопарк. Сюда можете зайти через эти ворота, пофоткаться, погладить и покормить животных. Здесь находятся мини-козы и мини-пиги. Также чуть дальше у нас с левой стороны кафе «Восточная сказка». Нет, они просто бегают по территории. На протяжении прогулки вы будете видеть и павлинов, и курочек. Thank you.
Въехали мы на территорию так называемого сада. С правой стороны у нас находится Енот-Палскрин. Родина Северная Америка, так называют их еще короли мусорных баков. Кто-то хочет сбежать. Это наш гид. С левой стороны у нас будет орангутан Данна. Орангутанги живут до 40 лет. В основном Данна питается с кафе «Сказка», борщиком и любит смотреть мультфильмы «Маша и Медведь». Да. Где-то здесь она будет. Включили специальный гид? Ну, просто в кафе телевизор стоит, она его смотрит. Сбежали на территорию детского зоопарка. С левой стороны у нас находится капуцинный плащ. Их так назвали, потому что создают характерный звук, похожий на плащ. Капуцины живут в основном до 44 лет. С правой стороны у нас вьетнамские свинки, как понятно из названия, родом из Вьетнама. Дальше в углу у нас коза Аргентана, родина Южная Италия. Из ее молока получается очень хороший итальянский сыр. Также справа у нас страус Эмму. Выносят до 12 яиц по 600-500 грамм. С правой стороны у нас попугаи Ара, сине-желтые. Попугаи Ара живут до 130 лет, выбирают себе деньги раз на всю жизнь. Могут сменить партнера в случае гибели предыдущего. Ставят до 1 метра. Дальше с правой стороны у нас будут в основном хищники.
Также сейчас мы въезжаем на территорию слонов. Только почему-то их еще здесь нет. Возможно, они загонят. Не хотят выходить. Ну вот, как я и говорил, то есть павлины ходят спокойно по территории парка. О, смотри, распушил, сфотографируй. Ленчик. Сейчас повернется. Рыски какие-то. Каракалы. С левой стороны у нас находятся рыси. Рысь – это одна из самых крупных именно видов кошачьих. И очень сильная. С левой стороны у нас также канадский волк. Канадские волки, они, когда нападают стаями, практически невозможно от них убежать или либо как-либо защититься. Но как только волк изгоняет из стаи, он такая же крупная добыча, как человек, ему просто не под силу. Короче, один на один они сроводи. Боже, это пара. Да, два гималайских книжки, у них на груди и шерсти полмесяца, из-за чего их назвали умными. Также с левой стороны у нас медведь по кличке Вовчик. Привезли его сюда из зоопарка. В основном в среднем у них рост до 90 сантиметров, но с каждым новым ребенком у них все меньше и меньше и меньше рот идет. То есть уменьшается с каждым потомством, да. Также с левой стороны у нас бурый медведь, таким, каким мы его привыкли видеть. Это самый крупный хищник нашего зоопарка. Птиц, в котором цыплята, пеликаны, все животные. Также у него есть его наружная часть, чуть-чуть левее от этого дома. В нем находятся розовые фламинго, но они сейчас не розовые, а белые, потому что им не хватает пигмента, который содержится в очках, которые они не едят. Ага, белые фламинго. Также правее у нас находится африканский страус. Удар африканского страуса одной лапой может убить большого и взрослого льва.
я к вам не обещал, подъезжаю к навесным мостикам, откуда вы можете прогуляться и посмотреть. Администрация напоминает вам, что наш парк является объектом повышенной опасности. При посещении парка Львов-Тайган категорически запрещается заходить и перелазить к животным за ограждение, засовывать, протягивать руки и любые предметы в клетке.